Привет, привет всем. Сладкий привет. Ребятушки, куда мы едем? Куда мы с вами едем? А мы едем с вами в гости. Угадайте, кому? Три попытки. Ладно, не угадайте. К Марте Васильевне едем. Здравствуйте. 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 Ну что, мой мальчик, ты видишь, какой воспитанный он у меня? Да, вышел. Побежал встречать, да. Это мама. Я не понял. Я мама. Ой, ты опять сестрички. Обе молоденькие, обе красивые. Сестрички. Это как девочки мои, мои мальчики. Вот он из Нижнего Новгорода приехал. Правда, очень приятно. Ну, а Ираклия ты знаешь. Ираклия я знаю. Да. Я говорю, мы в Тбилиси попали к нему впервые. Ну вот, а я же это все не знала. Я говорю, ты как вообще? Да, да. Он говорит, вот так. А что в Батуми? Ты в Тбилиси не работаешь? Работаю. А? Приехал отпуск. А, ясно. На праздники, да. Ясно. Ну все, или проходите. Я сейчас куплю еду. Давай. Проходите. Куда-нибудь пристраивайтесь. А не мне, слушай. Чем помочь? Ничем. Да. Слева по борту от меня Ираклий Дзнеладзе. Собачий доктор. Ираклий? Да. Ираклия мы знаем. С петербургским образованием рекомендую. Очень большой любитель был моего вина. Дело в том, что я педагог нестандартный, все это знают. У меня на уроках было все: химия, физика, история, математика, архитектура. Все рассказывали. Музыка, все на свете, да? И, конечно, в случае чего собирались здесь, вина не початый край. В общем, я спаивала детей. Да, это было. Мы когда на экскурсию ходили. Поэтому любили, бежали сюда. Ездили на экскурсию, нас было человек 6 или 7 всегда в классе, русский сектор, мало ребят. Ну и чтобы не было дорого, мы звали младший класс. Они не пили, не позволяли, а мы пили, поэтому все дети лезли. Вам было можно напомнить. Ну и вот, мы здесь, сидим, стол, уже все готово, нужно вино. Дали ему задание, спустись за вином. В итоге нет его минут 10. Я спускаюсь, смотрю картину. Большой бутыль лежит на земле, шланг внизу, и он пытается откачать снизу вверх. А, все, вспомнил. Я-то приехал, откуда я приехал? Не знал. Ну да, они же... С порта приехал, не знал. Папа местный, а мама у них русская. Украинка или русская мама? Русская. Русская, да. Вот, и приехали они сюда уже вот такими взрослыми в школу. Поэтому, конечно, он не знал, как вино переливать. Он ничего не знал. Мы брали всегда с собой на экскурсию вино. Я никогда к столу не покупаю ни соки, ни лимонад, ни компоты. У меня пьют только вино, что пили. Ну так вот. Да, просто вот такая вот эта... Это же не просто 8 марта было, но и день рождения мы просили. Да ладно, да, не сказали 8 марта день рождения. Так я думала, ты знаешь. Нет, откуда я знаю? С прошедшего вас. Спасибо большое. Всего хорошего вам, наилучшего. Да, 83, ребята. Не шутите. Я не знала 8 марта, я же не знала, что день рождения. Ну, я родилась 8 марта, меня, оказывается, так и назвали в честь 8 марта. Вот, Марта. Хотя мне всю жизнь это имя не нравилось, потому что как-то в России очень часто коз зовут Мартами. Да? Да, меня это так обижало, думаю, ну зачем мне такое имя дали? Как хотя... по мне, прекрасное имя. Мне нравится Марта. Красиво. Ну вообще, если по-старорусскому, то я Марфа. Марта? То я Марфа, в принципе. Как Марфа? Ну так. Фита раньше была, помнишь, в старорусском языке? Нет. Март не было тогда, тогда были Марфы.
А потом уже в советское время, это же буква исчезла из алфавита. Домашние меня зовут Мартуля, кто-то Мартуся. Ну, в общем, Марта редко кто зовет. Дети зовут Мака, Мата, Тата, в общем, и в частности. Ну, так и давайте за меня и выпьем. Да, да, да. За вас. Этот глоток можно, никакой вас не остановит. Как они называются? Да, патруль, господи, скажите, с дня рождения. С днем рождения еще раз. Да, спасибо. Спасибо. И с 8 марта вас, да. И вас с 8 спасибо марта. Большое. Спасибо. Я вот и говорил Марте Васильевне, что главное, вот, чтобы было общение побольше и настроение, чтобы хорошее было. И от этого будет зависеть здоровье. Конечно. Вот. И далее тебя вспоминали, говорили, что молодец, что приехали. И радуйте Марту Васильевну, как она сказала, что сама унеслась в воспоминании. И вот улыбки на лице, вот что продлевает жизнь. Да, детки меня не забывают. Нет, я не жалуюсь. У меня был замечательный класс, просто бандитский какой-то. Но это все от того, что я такая. Это не потому, что они были такие. Это я их так развращала. Я и говорила, что я порчу. Вообще при знакомстве со мной я людей порчу. Почему портите? Мне кажется, наоборот. Раскрепощение. Ты раскрепощаешься и как-то наоборот начинаешь доверять человеку больше. У нас такая Марья Васильевна была. Мы после школы приходили спрашивать, как поступать дальше. Что делать. Да, вот отправили. И профессия моя тоже благодаря Марте Васильевне. В Нижнем Новгороде живет. Отправляли их через диаспору русскую. Mm-hmm. Тогда она была, теперь ее нет. Тогда было замечательно. Уже нет? Не осталось ей. Нет, ничего. Теперь только через компьютер. Посылаешь. Сейчас только все через Министерство образования России, да, онлайн заполнять все и... Ну, а также наш это, мы отправили этого. Кто сейчас в Петербурге у нас? Леван Джаш. Леван Джаш, да. В школе не учился совершенно, но попал, знаешь, в престижное место. Вообще наша школа должна заметить, ребята, невзирая на то, что мне Нинуся часто говорила. Вот, мама... Живем в деревне. Нет бы в городе жить. А я в городе продала квартиру, перешла в Чакву. Потому что выживать надо было. Если бы не огород, мы бы вообще не выжили. Сколько бы тогда? Я в школе получала 11 лар. 11 лар? Это, наверное, в 90-е, да, Марта Васильевна? Ну да. 90-е везде было тяжело. Да, ну вот, если бы не это, может быть, бы и не выжили как-то. А потом, когда уже повзрослела, она, я говорю, Нинуся, вот посмотри, сколько историй в городе неблагополучных. А наши дети деревенские, вот всегда подчеркиваю, вежливые. Может быть, они где-то не воспитаны, но уважение к старшему обязательно. Очень добрые, очень доброжелательные. Ну, я не знаю, вот мне кажется, когда вот это со мной все случилось, вот с лицом и все остальное. Ну, может быть, в каком-то бы классе дети бы как-то, знаешь, ну, угу, посмеялись или еще что-то. Никогда никто нигде... Даже косым глазом на меня не посмотрел. Я это очень ценю. Вот у нас такие были детки. Ребята, у вас, наверное, Марта Васильевна любимой учительницей была. Конечно. Да? Если бы не Марта Васильевна, ни школу бы не закончили. В 7 классе... Не поступили бы в институт. У нас есть одна педагог. Остались бы двоечниками. Кстати, очень высокообразованная, очень начитанная. Она была лучшей студенткой на курсе, когда еще был педагогический институт здесь в Батуми. Вот, она, ну, немножко любопытная. И всегда в каждый класс, когда она приходила преподавать, первый вопрос она всегда детям задавала. Ваш любимый учитель. Ну, кто-то там пишет, у того зубы всегда белые, у того талия тонкая. А Марта Васильевна умная, как Ломоносов. Так вас же и называли ходячие энциклопедии в школе. Вот. А Ираклий один раз написал, крутая, такая наша, вся своя. Так это же высшая оценка. Конечно, это 100%. У нас такая учительница была по русскому языку и литературе. Ну вот боевая, ну женщина, мужчина, можно сказать, короткая стрижка, все.
Она даже нам играла на гитаре, да, на уроке. Да, она, ну, к ней вот у нее уважение было у всех. Она так себя поставила. Ну, конечно. Как-то она могла вот так вот подойти. Самое главное, не обмануть. И жить их жизнью. Вот как только отступишься, и конец этому хорошему отношению. Я так считаю. Да. Поэтому я говорю, вот уже, слава Богу, я в возрасте. Я никогда не осуждаю молодежь. Я считаю, каждому времени свои дети, свои взрослые, свои мысли. И нельзя никого судить строго. Ираклий, а вы сейчас практикуете в Тбилиси? Да. Где работаете? Клиника Витхаус, Тбилиси, на Сабуртау, Мицкевича, 70. Ну, так мы как познакомились с Ираклием. Я приехала в Тбилиси зубы вырывать с малышом. И вот познакомились с Ираклием. Тогда Дима не хотел, по-моему, зубы вырывать. Дима зовут парня, да? Главврача. По-моему, да. А ты как раз... А какого малыша зубы вырывали? Собачки, потому что вам надо было уезжать. Да. Наркоз надо было. Не умещались во времени как-то. И потом уже второй раз в Батуми встретились. Да. Случайно. Все благодаря Матвею Васильевне снова. Я вспомнила вас, да, когда мы приходили в Батуми, в ветклинику. У вас очень хорошая энергетика. Я так подозреваю, что вы любите свою работу. Спасибо. Наверное. Уже привык и не могу сказать, что нравится больше, чем что-то, потому что и сравнить не с чем. А нету желания переквалифицироваться, допустим? Нет, это любовь с детства. Нет, переквалифицироваться нет. Нужно учиться только. Ну, сложная профессия. Много плохих моментов, но оно все быстро потом забивается, очень забывается. И... Плохих моментов в смысле, если когда вылечить не можете? Это сложность, приходится усыплять животных. Да. Проблемы. Ну, с хозяевами проблемы это одно. А, как бы у людей финансово не хватает денег, мы как-то пытаемся идти на уступки, но многие не понимают, что нужно сразу вести к врачу, а не ждать, может быть, само пройдет, может быть, само излечится. Надо какие-то старые методы домашние используют. Бадри был такой трудоголик, у него всю жизнь с носа капал пот. Он убил себя раньше времени, он себя изнасиловал, как эти плантации. Там нашли, комиссия забраковала. Вот сейчас, когда вы из Чакпы выезжаете, там что-то, машины стоят, такой пригорок хороший, этот участок тоже забраковали. Потом мы нашли где-то уже в глубине Чакпы питомник, где нам разрешили начать работу. Оказалось, что все эти гранты липовые. Получали деньги, где-то набирали фото и их утверждали. Нас долго мучили. Почему? Потому что когда мы все-таки сделали эту работу, все ахнули. Была настоящая корчевка, были выкопаны ямы, не вот такие на величину лопаты, а ямы полуметровые, удобрение внесено, саженцы куплены, все это посадка. У нас тысячи этих фотографий есть. Все ахнули. Оказалось, почему не давали ему эти участки? Что он не сделает, а это будет видно. Вот до чего дошло наше руководство. Значит, заведомо знали, что это ты не выполнишь, но мы это сделали. Дали бы труднее, еще труднее бы подвезли. Он был неутомимый. А так бы сейчас вот эти плантации, что посадили, скороспелку, мандарины, когда отсюда выезжаете справа, это Министерство сельского хозяйства Аджарии, а с левой стороны это Министерство... Нет, это Министерство Грузии справа, а слева Министерство Аджарии. Это на наших бывших плантациях. Так там уже видны вот такие деревья, а там вот такие. Потому что это все было на тех участках, где
систематически все вносилось, как нужно. Над каждым кустом адрес стоял. Вот не тронь политику. Ну вот как обойтись без нее? Закопали все. Мне безумно обидно, что все закопали. Все, что могли, все закопали. И никому ты не нужен. Очень больно и обидно. Спать хочу, но сижу и жду программу «Всемирные игры разума». Интересно. Оказывается, я и в музыке прекрасно разбираюсь, и в балете. Ребят, да? Приятно было познакомиться. Взаимно, ну, боже. Какая Марта Васильевна, такие замечательные ученики. Да. У меня дети были да. Лучшие в школе. Они у вас до сих пор лучше. Они не то, что были, они сейчас такие. В бане приятно. Ну, сейчас уже взрослею, сейчас совсем другой компот. Вот я приобрела, видите, какую красавицу себе. Еще одну. С какой смех? Это камера везде. Все-таки Марта Васильевна душевный человек, да? Очень. Вообще. И мудрая женщина. Безумно. Поговорить. Очень приятно. Поняли, остановки, она начинает вспоминать всякие случаи, как они в Москву ездили. Это очень интересно. Остановились и путали унитаз беде.